Всем привет на канале Fallout 87, и с вами снова я, Павел, и мы продолжаем проходить игру под названием Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Так, в прошлый раз мы закончили на миссии, на которой мы, можно сказать так, застопорились. Мы два раза не смогли побить Эльдаров, так что пробуем еще раз. Поехали! Командор. Давайте в этот раз немножко сменим тактику и попробуем пройтись по кругу сначала, а потом уже попремся, что говорится, в самый центр, в самую заварушку. Непонятно, почему вот этот ящик нельзя разбить. Что в нем такого особого? Ладно, едем дальше. Что говорится, ехаем. Кидаем гранату. Кажется, что ничего сложного, но на самом деле в конце их там будет просто тьма тьмущая. Двигаемся в укрытие. Цель в зоне видимости. А вот и наши эльдары. А вот и автоматик, который нам пригодится. Ух ты, каким образом они нас обойти успели? Нифига себе, ребята. Так, ну, в принципе, сходу неплохо так начали. Давайте вниз сюда спустимся, здесь захватим вот эту вот, что-то там, передатчик или что это. Неужели убежал, зараза? Нас жаль, двух космодесантников потеряли. Это получается два пулеметчика у нас было. Приказ выполнен. Хоть восполним силы, уже хорошо.
Давайте пойдем наверх карты. Здесь мы уже позахватывать успели. Здесь, кстати, ящички восстановились. Это здорово, это радует. Куда они там прут, блин? Отличненько, идем дальше.
Отличненько, идем дальше. Будьте готовы, братья. Метнуть гранаты. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Запустить Тандерхоки для эвакуации. Ну, наконец-то мы прошли эту миссию. Идем наша дальше. Победа, награда за рвение и ярость. И каждый по уровню еще получил. Вообще отлично. Прилад Бенецио из дома Торилов передает вам свои танки, командор. Он ожидает, что ему вернут украденное и восстановят поврежденную станцию. Эта персона отдает себе отчет в том, что флот Тиранит приближается к сектору. Мы постоянно следим за распространением угрозы Тиранит, сержант. И мы еще не нашли доказательств тому, что Меридиану грозит реальная угроза. Дероза, конец связи. Имперские техножрецы работали над восстановлением древней астрономической станции в джунглях Тифона. Если данные верны, эта станция способна детально просканировать весь подсектор. Это могло бы помочь нам обнаружить уязвимые места флота Улья. Нам нужно будет связаться с техножрецами на их базе на Тифоне и запросить у них эту информацию. Командор,
капитан Ангелос на связи. Вы обязаны защитить мир, столицу и взять под контроль кузницу Ангела. Тем не менее, все будет тщетно, если мы не сможем разработать вооружение для атаки флота Улья. Вы должны найти скрытую на планете Тифон астрономическую станцию и захватить ее. Также вам необходимо получить образец биотоксинов флота Улья. Конец связи. Командор, мы засекли крупное вторжение эльдаров. Несколько позиций имперской гвардии, а также гражданские транспортные узлы подверглись череде повторяющихся нападений со стороны инопланетных сил. Нападение возглавляет шагатель эльдаров, призрачный лорд. Войска врага отступают, но нам удалось их засечь. Нужно, чтобы вы нанесли удар прежде, чем призрачный лорд отступит. Вражеский шагатель отмечен на вашей карте, командор. На вооружении у этого гиганта необычные и опасные технологии. Наше оружие найдет свою цель.
на подавление! Одним Эльдаром меньше! Thank you.
огонь. Что в вашем неполноценном племени называют яростью? Вашей следующей высадки. Yeah.
Эльдары. Не доверяйте ничему, что увидите. Это так. Я вас
всегда судьба доказывает ее правоту. Варлок упоминал другого Эльдара — Идранель. Возможно, именно этот Эльдар руководит всеми операциями в секторе. Я свяжусь с флотом, командор. В записях Ордена может быть какая-нибудь информация о ней. Память об этой победе надолго останется в залах славы. Командор, Цирус был прав. Я закончил анализ дополнительных данных, собранных после наших последних сражений с Эльдарами на Меридиане. Им как-то удалось помешать нашим сканерам в системе Меридиана. Я скорректировал данные, и боюсь, теперь следов присутствия тиранит на Меридиане стало намного больше, чем я думал. Что еще хуже, сканеры дальнего действия показывают, что флот Улья движется по направлению к миру столицы. Я направил протоколы экранирования помех, которые Эльдары создают для ключевых станций по всему Меридиану. Командор, это Елена Дероза. Небо! То есть, рой пришельцев заполонил небо над Меридианом! Сейчас она осознала всю опасность. Я приношу извинения за грубость, сержант Авитус. Диверсия Эльдаров подорвала наши оборонные способности. Ваша помощь в обеспечении безопасности Меридиана жизненно необходима. И где в этой схеме губернатор Вандий? Губернатор Вандий и Тайный Совет проводят закрытое совещание для выработки стратегии. Игнорирование мной ваших предупреждений уже стоило жизни сотням тысяч людей в населенных районах. Командор, умоляю вас, помогите нам сохранить Меридиан. Всем спасибо, кто был на канале Fallout 87. С вами был Павел. До новых встреч. Всем пока.